Модернизация транспортной инфраструктуры региона к чемпионату мира по футболу 2018 обойдется в 28 миллиардов рублей. Часть денег, свыше 11 миллиардов, направит федеральный бюджет, еще 10 – областной, еще 500 000 – городской, и оставшиеся 5 миллиардов планируется привлечь из других источников. Опубликован перечень мероприятий, соответствующих госпрограмме Самарской области. Среди основных пунктов – реконструкция аэропорта, автодороги Волжский-Курумыч, Московского шоссе от проспекта Кирова до подъезда к стадиону и строительство участка дороги по улице Ташкентской от Московского шоссе до Демократической. Кроме того, 4 миллиарда рублей будет направлено на развитие гостиничной инфраструктуры. Появится 3 4-звездочных отеля на 195 номеров каждый, отвечающий требованиям ФИФА. По одному объекту проектирование и строительство уже согласовано, для двух других пока ищут инвестора. Также известно, что на перенос сооружения линий связи в районе радиоцентра будет потрачено почти 1,5 миллиарда. Куда дороже обойдется благоустройство Самары в сумму свыше 5 миллиардов, а еще из перечня мероприятий госпрограммы следует, что коснется она практически всех сфер. Так, самарские медики перед Мундиалем пройдут стажировку за рубежом, а больницу Калинина и, что немаловажно, больницу Пирогова ждет капитальный ремонт.